Здравствуйте, уважаемые друзья! Я сегодня решил таки, пару дней назад решил таки купить себе рамку для диплома Канадского университета, который я закончил пару лет назад. В течение этих пару лет у меня диплом валялся просто на полке, но мысль о том, что необходимо сделать рамку, заказать рамку, меня не покидала в течение всего этого времени. И в конце концов я собрался с силами, с мыслями и это сделал. Заказал в субботу, по-моему, или в воскресенье. И, соответственно, сегодня у нас вторник. За два дня мне все это дело пришло из Шербурга в Монреаль. При том, при всем, что расстояние между Шербургом и Монреалем составляет 150 километров. Ну и сейчас откроем, посмотрим, что там внутри находится. Итак, я вскрыл вот эти вот, скотчи, которыми обмотали, чтобы не открывалась коробка по бокам. И открываем теперь непосредственно коробочку. Внутри упакованы таким образом. Такие вот штучечки, пленочка с пузырьками. И внутри непосредственно находится рамочка для диплома. Мы, наверное, видели всякие разные зарубежные фильмы, где там в кабинетах в квартирах, да, в домах люди развешивают на стеночке рамочки. Так вот, эти рамочки – это не все иное, как диплома, которые люди получают. И это большое отличие нашей системы образования, да, точнее, что мы получаем на выходе от европейской или же североамериканской системы образования. В конце диплома, оценочной учебы, мы получаем у нас дома простые такие бумажные маленькие дипломчики, а здесь мы получаем возможность иметь вот такой вот диплом. Да. Соответственно, здесь внутри будет помещаться сам диплом. Внизу находится, как правило, логотип диплома, логотип университета, который заканчивал. И, соответственно, потом все это дело крепится на специальных крепежах. Вот здесь вот на стенке. И тут гордо написано, что этот диплом сделан в Канаде. Melbourne Universal Design. И место, где это было сделано. Сейчас я это дело соберу и вам покажу. Ну вот, хотел показать, что когда выпускники западных университетов получают дипломы, дипломы они получают вот такой вот папочки. Да, это вот у меня папочка осталась с моего collation de grade. Это называется вот раздача степеней, да, условно говоря. И, соответственно, каждому выпускнику дают такую папочку. И в этой папочке находится непосредственно сам диплом. Вот так оно выглядит, этот диплом. И, собственно, сейчас я его воткну в эту красивую рамочку и посмотрим, как это будет смотреться в комплексе. Ну, вот, собственно, я собрал свой диплом. Как это выглядит в сборе. Теперь осталось выбрать красивое место на стенке, куда это дело можно повесить. Так что вот таким образом выглядят эти самые университетские рамки, таким образом выглядят западные дипломы, для тех, кто еще не видел, для тех, кто еще не знает. Затем все. Надеюсь, что вам это показалось любопытным. Всем всего хорошего. Счастливо. Thank you.